Всем привет! С вами Юлия Симуля, мы с вами играем в Sims 4, и это Династия Стекеленбург. Вы смотрите 578-ю серию. Сегодня мы играем с семейкой Ролана, Нейтана, и я думаю, что к Ксавьеру сегодня придет письмо из университета, где напишут, что его принимают. Ну, очень бы хотелось, потому что пора уже отправлять наших тройняшек. Вот, Ксавьер, в общем, первый у нас отправится, и потом мы зайдем за Элиота и Луизу, и тоже, я думаю, им придет письмо. Пока у нас, я вот недавно проверяла, еще нету никаких весточек из университета, но будет утро, и я думаю, в часов 9 утра нам сообщат приятные новости, и мы отправимся учиться. У Ксавьера здесь подарочки, как вы видите, ему подарили футбольный мяч и в общем... Велосипед, да, велосипед, как видите. Ну, я думаю, вот в честь чего эти самые, господи, подарочки, потому что Луизе и Элиоту тоже подарили велосипеды, но им-то на день рождения, а Нейтан, ну вот я, видите, папу с сыном уже начинаю путать, вот, а Ксавьер-то уже давно повзрослел, ну, ему, наверное, в честь того, что он вот поступает. Так, ты будешь кататься? Нет, он слез, нужно, он со ступенек, конечно же, не может, давай... Кстати, вот можно добавить велосипед в избранное. Велосипед в избранное. Иди давай сюда, вот отсюда тебе будет легче кататься. Кстати, мне нравится, что велосипед, ну, оно так реалистично сделано. То есть, если Сим едет ночью, то автоматически фары включаются. И я еще вот обратила внимание, ну, я уже так давненько в университет играю, что цвет шлема зависит от цвета велосипеда. То есть, вот, например, на таком... велосипеде, получается, на темном, вот черный шлем. Если красный велосипед, то там красный шлем, или вот какой-то желтый был. Ну, то есть, как бы вот шлем тоже немножко, в общем, в тон идет к велосипеду. Так, что-то у него не очень хорошее настроение, а он кушать хочет. Ну, вот сейчас как раз прогулочка такая. Блин, как классно! Почему они раньше не добавили эти велосипеды? Действительно, так прикольно смотрится. Кстати, езда на велосипеде поднимает навык фитнеса, так же, как и пинание мяча. То есть, вот то, что Ксавьер там с мячом играл, это тоже добавляет ему фитнес. И фитнес – это, кстати, максимальный его навык, он третий. Вот, и он подал заявление еще на стипендию. Возможно, ему будет спортивная стипендия от того, что у него навык фитнеса развит. Вот, остальные навыки у него недоразвиты, грубо говоря. Там кошечка какая-то пошла. И, в общем, да, он может претендовать только на навык фитнеса, то есть на спортивную стипендию. Если у Сима третий уровень какого-либо навыка, то он может получать стипендию в этом навыке, ну, в общем, от того, что развит этот навык. Так, там у нас еще заболел пельмень, вот, да, и пельмеша, я все помню, ой, я хотела Дори, что дала ему лакомство, ну, в смысле, не простое лакомство, а лакомство, которое исцеляет. А Дорис решила спортом позаниматься. Пришла, а Нейтан говорит: слушай, племянница, я тут спать вообще собирался, можешь покинуть помещение? Утешить пельмень. Пельмеша заболел. Мы в прошлый раз, когда пельмень заболел, мы были в ветеринарной клинике и купили оздоравливающие лакомства, чтобы каждый раз не бегать в больницу. Так что сейчас дадим пельмеше лекарства, и я надеюсь, что он выздоровеет. Смотрите, у Ксавьера уже третий навык фитнеса. Так вот, Дорис у нас, наверное, не просто так пошла кататься на беговой дорожке. Она у нас к свадьбе готовится уже. Ну, конечно, Рэй еще не делал ей предложение, но ну, дело все идет к тому, поэтому, видите, она пытается в форме себя поддержать. В общем, молодец. Скоро у нас будет, ребят, 8-е поколение. Так что скоро будет семья еще больше. Так, что ты там накатался? Возвращайся уже домой, бедный несчастный. Долго он катается. Так, как нам на велосипеде? Давайте приехать на велосипеде сюда. Пусть приезжает домой. И пойдет, наверное, сразу проверить заявление. Ну, думаю, что в 7 утра. В 7 утра, наверное, рано еще. Давайте он что-нибудь покушает. Ой, у нас оладьи есть. Давай, иди, скушай. Давайте, кстати, пригласим за стол. Кого можно пригласить? Всю семью можно пригласить. У меня, кстати, новые моды. Много маленьких модов стоят, которые вот типа такие...
незначительные, но незаметные, но полезные действия. То есть можно позвать конкретного кого-то кушать. Видите, присоединиться. Либо кого-то вообще не члена семьи, либо из семьи. То есть именно кого-то конкретного. Если вы не хотите звать всю семью, например, с кем-то, вот, чтобы два Сима только поели, например, муж и жена, там, или брат и сестра, чтобы пообщались, поели, чтобы всю семью за стол не тащить, вот именно можно выбрать двух Симов. Да, вот все собираюсь как-нибудь стрим записать. Домой уже едь уже домой. В общем, стрим провести и показать, сколько у меня много разных модов. Ну, правда, очень много модов я поставила себе. Вроде пока игра не глючит. И у Дорис насморк. Вот она у нас чесалась, сидела недавно. Ну, главное, что пельмешу вылечила. Так, а ну давай иди выбрось, а то мама твоя увидит и будет опять ворчать. Ворчунья наша. Они с Ролланом спят еще. Пельмеша говорит, вы что вообще? 7 утра, вставать пора. 8 уже почти. У нас с вами осень, и вот-вот наступит зима. У нас с вами сравняются времена года у Симов и у нас. Будем идти нога в ногу. Постараюсь как-то этот темп поддержать. Мне так, ну не знаю, мне так больше нравится. То есть у нас сейчас в жизни осень заканчивается, и у Симов заканчивается осень, наступает зима. Мне так больше нравится. Хотелось бы так, чтобы все время было, чтобы одновременно, синхронно шли наши времена года. Так, давай иди в туалет и проверь статус заявления. Ксавьер уже подал. И на стипендию тоже он подал. Ну, стипендия не так важна, конечно, небольшой бонус не помешает. А что ты в туалет не пошел? А, он сразу побежал смотреть, что же там, есть ему письмо с ответом или нет. Ну, давай посмотри, я надеюсь, что есть. Хотелось бы. Блин, не рассмотрено. Ну, возможно, только 8 часов. Ой-ой-ой, долго очень рассматривают. Иди сходи в туалет. Так, что с почтой? Ну, почта у нас тут, кстати, есть какая-то. Может быть, Дорис ходит, возьмет почту. Может быть, по почте пришло письмо. Так, цветы для новичков и овощи для новичков. Что-то пока, к сожалению, письмом из института не пахнет. Из университета. Иди покушай. Иди покушай. Хотелось бы в этой серии отправить наших ребят учиться. Я, кстати, заметила, если вот подаешь заявление и играешь этой семьей, то... Так, вот смотрите, уже какие-то отчисления пошли. 10 утра, может быть, уже есть заявление. Я заметила, что если вы играете этой семьей, подали заявление и играете семьей, то через сутки вашего Сима приглашают уже учиться в университет. А если подаете заявление и не играете этой семьей, то тогда, к сожалению, там дня 3 приходится ждать. Долго очень идет заявление. Но мы можем сейчас переключиться и попробовать посмотреть, может, Элиоту и Луизе уже пришло письмо. Они в другом городе живут, может, там почта лучше работает, быстрее доходит. Если сейчас у него не будет ответа, то есть еще рассматривается, то мы пойдем посмотрим в другой семье. Что, нет, что ли? А, он не посмотрел. Так, ребят, у нас, к сожалению, у Луизы и у Элиота тоже еще нет письма с университета. И как бы сколько можно ждать, да, ё-моё. Поэтому я включаю читера. Ну, я не люблю это делать, но, понимаете, жизнь заставляет. Правда, Пельмоса, скажи, ну, сколько можно ждать? Они очень долго отправляют эти письма, поэтому мы... все, мы получили. Вы видели, я ввела код и проверим сейчас статус заявления. Я думаю, что он будет положительный. И мы пойдем, а мы не пойдем, мы сразу с компьютера будем поступать в университет, можно с помощью почтового ящика, а можно с помощью компьютера. В общем, начитрили немножко, да. Получаем мы письмо, к сожалению, престижных программ у нас нет, и надо сейчас нам подумать, куда же ее, на какую специализацию отправить. Смотрите, у нее 4-й навык фитнеса. Кстати, у нее так, велосипед есть, все нормально. Так, и поступаем. Поступаем. Я вот не знаю, куда ее отправить.
Честно говоря, не знаю. Вот знаю, куда Элиота отправить. Знаю, на какую специализацию Ксавьера я хочу отправить. Ну, ой-ой-ой, что ты плачешь? А, ну плачет она, да, потому что нет у нее престижных программ. Не взяли ее на престижную программу, но ничего страшного. Так, мы в Бритчестер поступаем. Мне этот университет как-то больше импонирует. Ну, Фоксбери мне тоже нравится. Я уже говорила в одной из серий, что, ну, не нравятся мне там очень длинные такие высокие ступеньки, очень долго симы ходят. Так, и у нас тут имеется биология, злодейство, информатика, психология, физика и экономика. Ну, давайте рассуждать. Биология, мне кажется, не ее. Вот злодейство, да, тем более, что она у нас клептоман. Информатика тоже не наш конек. Вот психология, я еще как бы думаю, что можно отправить. Физика и экономика отпадают. Давайте посмотрим, что у нас по злодейству, какие тут предметы. Шалости, проказы, слабые стороны, маски прочь, теория домино и коварные планы. Ну, мне кажется, вот Луиза такая шухарная. И посмотрим, что по психологии. История восприятия, следовательно, я существую. Давайте мы в злодейство пойдем. Так, я думаю, что нам хватит двух предметов, потому как, ну, сложно, сложно. Чем больше предметов, тем сложнее. Я бы хотела взять какую-нибудь, наверное, факультатив. Давайте посмотрим, что здесь. Так, к сожалению, того факультатива, на который я ее отправила, здесь сейчас в списке нет. Кстати, эти факультативы постоянно меняются, да. Тут есть такой факультатив, где можно сверхъестественных существ изучать. Я бы хотела, чтобы Луиза все-таки этим интересовалась, но сейчас этого именно предмета здесь нет в списке, поэтому я ее отправлю на фитнес, потому как, ну, во-первых, навык фитнеса развит. И, кстати, мне вот спасибо, что в комментариях написали, что у наших ребят у всех навык фитнеса развит, потому как они там в Сулане много катались. Знаете, не катались, а плавали. Плавали в море, и поэтому подняли навык фитнеса. И будем мы учиться в общежитии. Я тут общежитие. Какое же я общежитие перестроила? По-моему, вот это. Ну да, это по-любому я раскрышу. Раскрыша, видите, в каком состоянии? Дырка в крыше, значит, я это делала. А, так, и нам тут стипендии, да? Стипендия спортсмен 457 миллионов. И все. А почему нет стипендии жителя Стрэнджервилля? Странно. Давайте заплатим из бюджета семьи. И у нас, ой боже, у нас всего лишь 1000 симолеонов. Ну давайте 500 симолеонов дадим. Родителям самим что-то надо будет оставить. Там еще Ксавьер тоже, наверное, 500 с собой возьмет. И на семью, наверное, 1000 нам хватит. Так, все. Луизу мы отправляем. Так, Луизу мы отправили. Давайте отправим Эллиота таким же образом, читы для университета и получить письмо о принятии. То есть он у нас зачисляется. И да, нужно сначала проверить статус заявления и потом поступать в университет. Все, иди, отправляешься тоже вслед за сестрой в то же самое общежитие. К сожалению, ну вот так вот получается, если ты не играешь этой семьей, то есть подал заявление, то нужно в этой семье дня 2-3 играть. Да, даже один день, сутки полностью проиграешь, и приходит письмо. А если ты подал заявление и выходишь играть за другие семьи, то там надо ждать, я не знаю, дня 4, что ли, очень долго. В общем, я так не могу ждать, поэтому поступаем в университет мы с помощью кода. Ну, получаем письмо. А, кстати, это код у меня просто командный центр. Мод, стоит мод командный центр, и он как бы автоматически при помощи шифта и левой кнопкой мыши дает возможность ввести любой код очень быстро. Так, тоже поступаем в университет Бритчестера. Я думаю, что Эллиот уже говорила я об этом, пойдет у нас на факультет биологии, потому что он у нас там любил рыбной ловлей заниматься. Ну, не знаю, мне кажется, вот ему это подойдет. Тоже мы берем два предмета. У нас будет здесь клеточная жизнь и сила воды. А вот факультатив, я бы хотела что-нибудь с магией, если такое есть. Кстати, вот рыбная ловля можно будет взять, это будет то. Давайте возьмем рыбную ловлю. Сейчас посмотрим, есть что-то с магией связанное, воспитание, какие-то гуманоидные работы.
сонаты, медиапроизводство, мифы, дрессировка, пакости, пение в душе, фотография, сырое тесто. Нет этого, поэтому мы берем рыбную ловлю. Возможно, в следующий раз будет что-нибудь связанное... Так, где вот с дырявой крышей наше общежитие? Может быть, в следующий раз у нас будет что-то связанное с магией, какой-нибудь факультатив, тогда его отправим туда. Так, все, деньги больше не даем. Кстати, а куда деньги делись? У нас, по-моему, 1000 была. А, мы, чтобы поступить в университет, наверное, что-то заплатили. И, ребята, мы вновь возвращаемся в семью к Савьера. Вот, тоже введем ему код, чтобы он также поступил в университет. Хочу, чтобы ребята вместе начали, вместе закончили университет. Ксавьер, он немного старше, да, чем Элиот и Луиза, на пару лет, наверное. Ну, будем считать, что он там дома мяч свой пинал, на велосипеде катался, особо как-то не это... В общем, не поступал, а тут вот ребята решили поступать, и он тоже. Так, давай введем код и читы для университета, получить письмо о принятии. Вот, иди проверяй свой статус, проверить статус заявления и отправляйся учиться. В то время, пока наши ребята, тройняшки наши, Ксавьер и двойняшки будут в университете, то, получается, все остальные семьи будут заморожены, ничего там происходить не будет. Вот, но все равно я думаю, что я не смогу постоянно играть в университете, я буду переключаться и на другие семьи, конечно же. Вот не знаю, что тогда будет происходить в университете. Скорее всего, наши ребята будут терять, ну, продуктивность. Я постараюсь их надолго не покидать. Вот. Но все же мне нужно будет вот с Дорис уже разбираться, с Бернардом там тоже. Ну, думаю, не расстраивайся. Нафиг тебе нужна эта престижная программа, да? Дорис говорит, вообще, я он вообще в институте не училась, он в школе учительницей работаю, и все. И не парюсь по поводу престижных программ. У Симов плохой мудлет, если не берут их на престижные программы, то вот они грустят, видите. Так, и мы идем с вами тоже в тот же самый институт. Вот дело в том, что здесь я хотела просто поступить... А куда я хотела? Короче, на физкультуру я хотела его отдать. По-моему, вообще такого нет, да? А, нет, филология. Филология, это ж я филолог, я... Подумала, что это может быть какое-то физическое воспитание. На фе увидела. Не, не то. Нету такого. Психология, экономика. Прям я и растерялась. Надо ему по-любому будет брать что-то связанное с физкультурой. Потому что у него мама учитель физкультуры. Ну, как бы тут надо. Да и он, мне кажется, так... предрасположен немножко к занятию спортом. На биологию тоже вместе с Элио там пойдет. Ну, как бы за компанию, да? А почему бы и нет? А ему все равно, он вообще никуда не хотел, его заставили. Можно так считать, потому что Нейтан с Гретой сказали, мол, собирайся, что ты, ребята вон едут учиться, и ты тоже едь. А он не особо хотел, но с ребятами, он тем более с ними дружит, за компанию. Давайте он вместе с Элио там будет у него списывать. Может, один предмет взять? Нет, давайте два возьмем. Может быть, что-то есть с физкультурой связанное. Фитнес и потребление белков. Вот, вот это будем брать. Ну, он после этого может быть ботаником, доктором, культуристом. Кстати, да, после биологии, кстати, это правильно, это физиология. Вот, я когда увидела филологию, подумала, что это физиология. Правильно, он будет вот, разбираться в организме, как правильно тренироваться, как белки потреблять. Может стать даже океанологом. Тоже, в принципе, нормально. Вот. Будет списывать у Элиота курсовые. В общем, все будет сдирать. И, кстати, он получает у нас престижную стипендию. И стипендию еще для малоимущих. Ребята, посмотрите. Посмотрите, он... Кстати, я не вижу стипендии за город. То есть от города тоже идет какая-то стипендия. Ее я не вижу. Почему-то ребятам не дали. Ксавьеру дали.
Эллиоту и Луизе не дали, а Ксавьеру дали стипендию образования для всех. Это типа для тех, у кого мало денег в семье. У них, кстати, 11 тысяч. Типа для малоимущих. И стипендия спортсмен от того, что у него высокий навык спорта. Так, у них 11 тысяч. Ну, давайте тоже дадим 507 миллионов. Мне кажется, ребятам там не стоит очень много денег иметь, а то потратят еще. Ладно, давайте 1000 дадим. И будет у них того в итоге 1500 на троих. Вот, думаю, нормально. Я там немножечко, сейчас увидите, перестроила университет. Не то, что перестроила, просто построила им там нормальную столовую, чтобы они могли кушать. И построила библиотеку, комнату для навыков. Ну, чтобы было как-то все поправдоподобнее. Мне просто не нравится та фишка, что, получается, в коридоре у Симов на столе появляется непонятно откуда еда. Ну, это, конечно, хорошо, да? Но оно совсем не реалистично. Вот реалистичнее, если у них будет столовая. Так, все, они уже в университете. Сейчас будем комнаты закрывать, кровати забивать. Давайте будем тут осваиваться. Можно поиграть. Давайте они поиграют в сок-понг. Блин, я этих симов не знаю. Там просто нужно четверым играть. Все, давай иди с Элю там поиграй в пинг-понг. Вот, а Луиза... А Луиза пойдет. Что Луиза пойдет делать? А Луиза пойдет в столовую скушать. Ты кушать хочешь? О, боже, она кушать не хочет. Сейчас я вам покажу, просто хочу показать. Иди смотри каналы. В общем, это, ну, вы знаете, это обычное общежитие. Я его немножко перестроила. То есть тут, получается, ванну я просто переместила. Переместила вот сюда на задний план. Здесь у нас туалеты. Кстати, туалетов только два. Нужно будет добавить потом. И два душа. Здесь у нас такой общий коридор получился. Лифт. И тут как бы комната такая для развлечений. У них тут играть можно в небудиламу. А вот в пинг-понг играть. Здесь у них дартс. Ну и лифт. Лифт, чтобы заходить. Так, Бернард нас тут приглашает на фестиваль. Мы на фестиваль идти не можем. И вот из этой комнаты два выхода. Чтобы так было удобнее ходить. Здесь у нас общая комната и телевизор. Кстати, вот этот стол, на котором непонятно откуда появляется еда. Мне это просто непонятно. Ну, как бы, мне это не очень нравится. Поэтому я с Симом сделала столовую. Я не стала делать им отдельную комнату для спорта. Потому как вот Нейтану... О, господи, Нейтану... Ксавьеру нужен будет спорт. Будем спортом заниматься. Поэтому вот у них будет такой спортивный уголок. А здесь у нас... Ой-ой-ой, фестиваль, да? Он нас на какой-то фестиваль пригласил, и поэтому... А что это такое? Или это матч по киберспорту? А, это матч по киберспорту проходит. Смотрите, здесь матч по киберспорту. Давайте отправим наших ребят, пусть посетят. Смотрите, и салют еще такой прикольный. Пусть идут тогда. Прикольно, я даже не видела такого. Так, Блур нас в коктейль-бар зовет. Я даже не видела, что это так красиво. Посмотрите, все в этих логотипах университета Бричестера. Я это здание не смотрела с этой стороны. Или я на него смотрела, но тогда не было вот этих вот всех логотипов. И точно вот это все не сверкало. И не было... Вы идете или нет? Матч по киберспорту, ё-моё, тут дракошек пришел. Идите на матч по киберспорту. Бегом на матч по киберспорту. Классно, очень красиво выглядит. Не хотят они идти. Слушайте, я им там выход не заблокировала случайно. Спуститься вниз. Давайте попробуем. Ну, я могла так построить, что они и выйти не могут. Я это умею. Давайте спуститься вниз. Я уже думала, что это вор какой-то. Ходит так одет. Иди спустись вниз. Нет, ну если симы поднимаются, то, наверное, и могут спуститься. Эллиот, кстати, побеждает. Ксавьер проигрывает в пинг-понг. Сейчас я вам покажу. Я обязательно покажу вам сейчас. Может, уже просто закончился этот? Да нет, не закончился. Идите, пожалуйста, идите, посетите матч по киберспорту. Ну, не знаю, посетят они или нет. В общем, показываю вам.
Общежитие наше, эта комната будет наших ребят. Я сейчас им кровати всем каждому определю. Это у нас столовая. Вот как заценить, ребят, нравится? Нет, не пошли они на матч по киберспорту. Не знаю, в чем там дело. Потом уже между сериями разберусь. Может, они правда не могут с общежития выйти. А, вот, здесь у нас столовая. Ребята здесь могут пойти, что-нибудь там взять, перекусить. Так, это не твоя кровать. Давайте вот у нас будет выбрать кровать для Ксавьера. Пусть идет спать в свою кровать. Вот такая вот столовая, кухня. Тут они могут приобрести что-нибудь покушать. Заказать еду можно. Но у нас денег нет. Так я же им добавляла денег. О боже, ладно, потом с деньгами разберемся. Вот здесь можно... И можно самим что-то приготовить. Здесь есть микроволновка и холодильник. Ну и такие вот столы, чтобы Симы сидели, кушали. Мне кажется, это выглядит более правдоподобно. То есть вот в университете у них есть столовая, куда они могут прийти и нормально поесть. А не так, что вот непонятно откуда появляется какая-то вот... Какие-то макароны. Откуда они с неба свалились? Вот так вот получается. Так почему света нет? Включить все источники света. О боже, потемки еще какие-то. А, ребята, вы не знаете, что это такое? Не пойму почему, но все источники света включаю, но в общежитии темно. Так, здесь у нас вот это комната для навыков. Здесь наши ребята будут прокачивать навыки. Давайте я их спать уже отправлю, а то они бедные у нас, несчастные. Выберем им кровать. Эта кровать будет Луизы. Она сюда пойдет спать, а это будет кровать Эллиота. Так, иди сюда спать. Выбрать кровать. Ой, не-не-не-не-не. Выбрать кровать для Эллиота, и он пойдет сюда спать. Ну, комнату я им особо не перестраивала, то есть, ну, просто обычная комната, три кровати. Один стол, я думаю, одного стола им вполне хватит. Кстати, вот это я им не ставила, это уже подарочек им кто-то принес. Камни я им никакие не покупала. Вот, и так, здесь я показала. Это комнаты других студентов. Будем считать, что их тут много. В общем, они там живут. Вот это наша комната. А там, кто живет, нас-то не особо волнует. А здесь у нас такой уголок спортивный. Здесь уголок тоже вот можно поиграть. Здесь телевизор с приставкой. А, ну, в общем, все, чтобы студенты хорошо учились. Вот, и здесь библиотека. Вот такая у нас библиотека. Я не стала нашим Симам покупать ноутбуки. Они будут ходить учиться в библиотеку. А здесь есть книги. Можно поиграть в шахматы, что-нибудь порисовать. А, поделать уроки здесь. Посидеть за компьютерами, потому как им нужны будут компьютеры. Нужны будут компьютеры, чтобы писать курсовые работы, а также проверять свои оценки. Вот здесь будет комната для навыков. Они будут прокачивать, наверное, навык дебатов. Ну, в общем, много что будем прокачивать. Вот, у меня остаются некоторые вопросы, только почему они не могут выйти из общежития. Интересные вопросы, почему нет света? Включить свет, все источники света не включаются. Так, подождите, вот. В библиотеке включился свет, в библиотеке было темно, да, теперь уже светло. Ну, в принципе, кое-что видно, потому как у меня здесь везде арки стоят. Да нет, вроде бы везде уже есть свет. Все, слава богу. Ну, тут темновато, потому как тут нет освещения. Я не продумала, это у нас будет тут темный коридор. Ксавьер будет тут кого-нибудь гоп-стоп останавливать других студентов и требовать у них списать домашку, потому что он у нас не очень хорошо будет учиться. Кстати, ребята, Ксавьер и Луиза у нас это самые безответственные. Я не знаю, это первый раз в моей жизни в игре в Sims. Блин, иди отсюда, нужно будет его выгнать. Надо будет эту комнату, наверное, запереть. Как-то мне не особо нравится, что тут ходят разные другие Симы. В первый раз у меня такое в игре, что, видите, так получилось. Обычно у меня Симы все с хорошими манерами. Ну, какую-то положительную черту они из подросткового возраста выносят. А, к сожалению, здесь получилось, что и Луиза, и Ксавьер безответственные. И это значит, обратите внимание, что Симы будут плохо себя чувствовать на работе. То есть они не любят работать, а любят бездельничать. Вот, и... Им доступны новые ситуации на работе. Ну, тоже, наверное, интересно. Ну, в общем, вот так вот. Эллиот, кстати,
Нет, он у нас отличился, он молодец. Он еще, кстати, у нас будет вступать в тайное. Давайте, кстати, его. Ладно, уже в следующей серии мы его. Давайте, он типа услышал какой-то странный звук, странный шум, посмотрел в окно и каких-то странных людей в капюшонах там увидел. Ну, типа, да, с понтом под зонтом. И подумал, надо мне с ними пообщаться. Пойду-ка я потом схожу и посмотрю, что они делают возле этой статуи. Потому что если есть такое действие, сделать подношение, в общем, можно вступить в тайное общество. Вот. Подношение. Если сделать, то, в общем, его примут в тайное общество такие люди в черных капюшонах или в синих капюшонах. В общем, вот так вот. Так, и я все-таки попробую выйти на улицу, проверить. Давайте вот Эллиот как раз выйдет. Да, он выйдет и проедется на велосипеде. У него же есть велосипед. Если, кстати, у него нет велосипеда, то это тоже не страшно, потому как здесь есть киоски, в которых можно докупить все, что вы не успели купить. Вот. Если вы не успели, например, перестроить общежитие перед тем, как... Нет, он вышел, все нормально. Я не знаю, почему тогда они не хотели идти на матч по киберспорту. Садись на велосипед, вот, и едь сюда. Вот, едь сюда на велосипеде. Он посмотрит, что вот тут он увидел какое-то движение. И в следующую ночь он сделает подношение, чтобы его приняли в тайное общество. Блин, а у него розовый шлем. Что-то я это не учла. Видите, оранжевый велосипед и розовый шлем. В общем, он ночью проснулся, что-то почувствовал, но он у нас маг. Так что попробуем, может быть, я им... Будем мы продолжать практиковать все-таки наше колдовство? Не знаю, посмотрим. В общем, увидел он что-то странное. Давайте пусть полюбуется статуей. Разрисовать можно. Но пока мы не будем вступать, это уже оставим на следующую серию. Все, ребят, спасибо за внимание. Я надеюсь, что вам понравился наш дом, наше общежитие. Если оно вам понравилось, поставьте лайк. Мне кажется, очень милая такая получилась столовая. Ну, классно. Вот здесь комната для навыков, библиотека. Вот. Я думаю, что наши ребята будут хорошо себя здесь чувствовать. Ну, а начинать учиться мы будем уже в следующей серии. Уроков мы много понабирали, так что я думаю, что бездельничать, ну, в смысле грустить, мы всегда найдем чем заняться. То есть курсовые работы, подготовка к экзаменам. Вот уже он начал делать домашнее задание по предмету «Сила воды». Все, ребят, тогда всем спасибо за внимание. Всем пока-пока-пока.